приехали на дачу, и Эрик принюхивается к ботинку. В этот ботинок мне написал Машкин кот или кошка. И вот он даже ко мне не подходит, потому что пахнет другим котом. Все печенье. Все печенье мира принадлежат мне. Шемеля, горшок только надо убрать. Это мои. Маме. У вас теперь больше нет печенья. Нету. Это мои печенья. Нет. А чьи? Мои. А как это делать? Бабушки нет. Мои. Нет. Бабушки нет. Прекрасно. Фу, просто до этого я вдвоем, их двоих везла. А Эрик говорит, мам, давай я уж самостоятельный. Идет. Легко? Да. Отлично. Эрик катает так, чтобы ей скучно не было, что еще загрустила. У нас на даче настоящая зимняя сказка. Тут столько снега. Все белым-бело. Хотели поехать сейчас в Сарачаны покататься, потому что это недалеко от нас. Но потеряли одну варежку именно. И у нее мерзнут, короче, руки. Мы никуда не поедем. Потому что она сказала, что не хочет кататься. Ого-го! Крутяк! У-ху! Ну как тебе? Хорошо. Еще? А сам, может, попробуешь на доску встать? А? Сам на доску встанешь? А? Это когда девочек не вытащишь на склон, мальчики изощряются как могут. Хоть где-то. Хоть где-то. Да, давай. 100 метров. Смотри-ка, и все терпят. Никто не бухтит. Мы сегодня решили малышне устроить праздничный такой ужин, не знаю, посвященный Рождеству. Мы сделали им попкорн, положили в такие стаканы, поильники, да. У нас будет вино и, ну, у каждого свои полезности. Попкорн, кстати, без всего, без сахара, без соли. Мы покупаем во Вкусвилле просто зерна, ядра, и делаем их в микроволновке. Поэтому натурпродукт. Будем смотреть Гринч, да? Либо Один дома. Или Один дома. Посмотрим, если Гринч зайдет, мы будем продолжать смотреть Гринча, потому что Эрик может испугаться. А вот если Гринч не зайдет, то будет Один дома. У них особая фишка, чтобы было обязательно одеяло. И тебе удобно есть так, а? И надо обязательно раздеться. Мы не всегда в движении, мы тоже бываем дома. И сегодня у нас так. Это очень круто. Это так круто. Шлёпнулся. Дверца! Дверку уже накалил, да? Да. Заткнись, Марвин! Ну что, грохнуться, нет? Оу-оу! Да! Назад! 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 Так, рассказывайте, что будем делать? Пироженки. Пироженки. Что у нас для этого есть? У нас есть тесто фило. Фило. Бездрожжевое. Без сахара оно. Классный состав для детей. Дальше у нас есть яблоки. Клубничное варенье. Клубничное варенье бабушка варила на сиропе топинамбура. Дальше у нас есть... Вишня. Вишня без косточек. Яблоки. Яблоки, говорю. Сладкие. Угу. Да. Дальше изюм, семки.
малина, тыква, сёрда бунамбара. Ты выбрал, какую форму ты будешь делать? Это будет у тебя рулетик, это будет пирожок, или это будет корзиночка? Что это будет? Это будет рулет. Рулет. Отлично. А у тебя что будет? А ты, Эрик, в начинку все возьмешь или что-то одно? Или чего-то два? И что у тебя будет внутри рулета твоего? Изюм, семки, варенье. И все? И яблоки. Ага, хорошо. Саня, Эля, изюм. Эрик так прикольно выкладывает. Возьму. Да. Не дают. Что, насыпаем? Насыпай. Руля. Давай, ты размазал полностью? Это папина. Эрик, ты размазал? Нет. Свой рулет размазал? Свой. Эй! Ну я же наливала, сынок. Вот, хорошенечко размазывай, чтобы везде-везде было масло. И все, и давай кисточку Эмили. Нет, ну я же свой рулет. Нет, это был твой рулет. А это уже папины Эмили. Давай, я тебе тоже полью. Подожди. Мама, а что у нас самый короткий рулет? Зато он самый твой. Нет, ты будешь все кушать. Боже. Папа себе делает. У нас осталось тесто. Но, сын! Я боюсь, не успеет растаять сыр у тебя. Ты чего расстроился? Ты хочешь еще помазать? Эрик. У меня дороги там. Зато самый вкусный. Ты хочешь, если еще помазать, давай помажь. Вот еще один рулет. Будешь мазать? Ты будешь мазать? Давай вместе, давай. Я тебе полью, а ты размажешь. Давай. Эрик. Давай. А что ты расстроился? И что, зато самый вкусный. У тебя больше всего начинки. Посмотри даже, видно. Самый толстый. Самый пухленький. Ну ты кушать-то будешь все рулеты. Почему вы съели все рулеты? Слушай, мне кажется, вот это уже будет невкусно. Почему? Смалец. Он горячий и невкусный. Он офигенно горячий. Все, испеклись наши рулетики. Вот кусок Эрика, который он делал. Вот сейчас мы дадим Эми. А мне, мам. Ты уж пролила компот? Нет. Сварили компот детям, просто сушеные яблоки и все, больше ничего. Душа. Сладкий компот? Остыло? Нет. Пробуйте. Ну как? Еще не распробую. Не распробуй? Эми, а тебе как? Что значит? А, класс. Молодец. Разобралась с пальцами? Сын, ну как? Сладкая шаурмишка, да? Нормальный ужин? Вкусный. Вкусный? Ура. А Эми у нас все-таки вспомнила, что она леди, взяла вилку. То есть дедушка лопатой ударит воришек? Угу. И воришки что сделают тогда? Воду и все. Ваши трусы. И трусы. Ну, они сейчас уводут. Так. И ему сейчас будет болеть. Угу. Больно? Да. Кому? Воришку. Воришке будет больно? Да. Потому что дедушка лопатой ударит его? Да. О, и у него шишка будет? Да. И все. Это Эми пересказывала сейчас первую часть минут. «Один дома». И все, они... Сейчас 19 минут и 10 они... минут. 19 минут и 10 минут. Ай! Еще орешки. Так. Тянут. Сад. Пистолет? Так, взял пистолет. Угу. И целюль. И целюль? Да. Целюль. Целовал? Или пистолет? Стрелял? И да. Целлюлит. Стрелял. А, стрелял. В кого?
Воришку. А, Кевин взял пистолет и стрелял в воришку? Да. А. Ружье он взял. Ружье, и в лоб прям, да? Да. Помнишь, он так вот, мы как уж грязнулся, а там была лампочка. Лампочка? Да. И помнишь, он тогда... На, сейчас будет супер фокус. Ай-яй! Так. Вперед. Наклоняйся. Вот, стоит. Отлично. Красавчик. Теперь одну ногу. Ноги ровно. Нет, ноги нет. Ровно. Ноги ровно. Коленки. Я больше не могу. К стенке. Stay true. Ну все, спускаемся. Ты молодец все равно. Спускаемся. Ты можешь собой гордиться. Вперед. Наклоняйся. Ноги ровно. Вот, вот. Стоишь, ноги ровно, коленки выпрями, вот, одну ножку, коленки ровно, не бойся, ай. Еще раз поехали, стартуем. Нет, вот. По моей команде. По твоей команде, естественно. Вниз. Нет, не вниз, вперед. Нет, по моей команде. Вот, ноги ровно, вот так вот ноги держи, поехали, вперед. Давай, у тебя получится. Толкайся, вперед, вот. Вот, одну ножку поднимай. Какая? Держусь. Ты как Спайдермен. В общем, как вы все знаете, я против тех сладостей, которые дают в садах, на всяких праздниках. И Эрик часто это приносит домой. Мы с ним договорились, что? Чтобы ему не было обидно, что он вот это не ест. Всю эту полезность с пальмовым маслом, с шоколадом. Все, что так важно детям в этом возрасте. Мы решили, что мама ее будет давать дедушке, если я буду ее выкидывать. Да, мы договорились, что Эрик приносит мне все эти сладости из сада, а я ему взамен даю деньги. Тогда он будет копить. Тогда он будет копить на то, что он действительно хочет себе купить, и тем самым сохраняя свои зубы и здоровье. Да? Тебе понравилась такая идея? Эрик. Сын. Ну скажи честно. Да! Эмоциональный ребенок. Мам, а можно мне просто пока ее открыть и выкинуть? Можно. Уху. Я сейчас. А где? А где мусор? В общем, за меня берется мой муж, он будет моим тренером. И с этого дня. Запомните меня такой и посмотрим, какой я буду через месяц. Верите в нас? Давай, термос. Скрываешься. Ну? Мадам, а вы что? Эми, как дела? Я одеваю ночи. Штаны. Ты же научилась говорить. А сколько раз так делать? 20. 9. Идушка. Идушка, погоди. И вертикально. Так, что, папа принес нам копилку. Папа сам сделал на работе копилку. Ты рад? Смотрите, Бэтмен, вау. Она такая классная. А как? Она не открывается, да? Класс, вообще. Вот там уже через нее даже глядеть можно. Можно. Вот смотри. Папа да. Прям у нас рукодельник. Крутая. Исторический момент. Убежал с копилкой. У суслика есть копилка. Папа сам ее сделал нам. Смотрите. И сейчас Эрик кладет деньги, которые ему подарила бабушка. 50 рублей. Давай, сворачивай так, чтобы они туда влезли. Ты еще маленькая. Эрику уже почти 5, поэтому ему дали деньги. Чтобы он уже понимал, что это такое, и умел ими распоряжаться и их копить. И знал ценность. Только... Первый шок, полтишок. Только скручивать еще не научился. Можно так. Влезет. Можно трубочкой еще их свернуть.
листочкой. Угу. Давай, 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 давай. Ну? Мама! Что? Отлично. Все? В сохранности? Видно, мам, что... у меня там два где-то. Чего два? Один где-то. Здесь... Рубли? Да. Ага. Два, один. Пришли мы сегодня в сад, первый день. Никак у нас не ладится. Прям не могу ее затащить в группу. Домой, мама. Чего? Домой, домой. Зайка, ну детки не ходят в сад с родителями. Родители ходят на работу, а детки ходят в садик. Давай ненадолго. Как в игровой ты играешь, так и здесь поиграй. А я попозже за тобой приду. Ничего. Там интересно, там столько новых игрушек, детки новые. Ты подружишься с кем-нибудь? Подружку себе хочешь налить? Нет. Эрик же тоже один ходит в садик. Завтра будем поделку делать, птичек кормить. Да? Придешь? Придешь? Полотенчико повесили свое? Полотенчико? У нас мы с ней положили свое, повесили. Завтра придем, познакомились, писала. Да? Писала. Отказалась, сказала, не буду. Пойдем, может, пописаем? Пойдешь? Не хочешь? Я жду. А мама тебя ждет? Пойдем пописаем? Сказала, мама починишь. Столько снега сегодня выпало. В садах не успевают чистить, но зато дети рады, потому что можно валяться в снегу. Вообще красота. Мы пришли за братом. Слушай, я сейчас забрала детей из сада, у меня ноги просто отмерзли. Посмотрите, красные. Потому что сегодня на улице нереально холод. Ох. Блин, так приятно. Всем пока. Спасибо, что были с нами. Книга «Сложные подчиненные». Если вы работаете в каком-то коллективе, если вы директор, руководитель, начальник, или просто у вас на работе возникают какие-то непонятные конфликтные ситуации, вы не знаете, как подобрать ключ к тому или иному сотруднику, эта книга специально для вас. Книга учит общаться и находить общий язык, и подбирать ключи, которые так важны для коммуникации ко всем вот этим типам людей. А эти люди есть в каждом коллективе. Книжка «Сохрани планету. Миссия. Вода». Очень важно детям с ранних лет объяснять, откуда появляются проблемы в экологии, как грамотно использовать воду. Книжка хороша тем, что она задает вопрос и предлагает два варианта ответа. И когда вы выбираете какой-то вариант ответа, на другой стороне вы видите последствия того варианта, который выбрали. И ребенок волей-неволей начинает задумываться, что и как правильно делать. Вот, например, как беречь воду, что когда, например, вы чистите зубы, то не обязательно, чтобы вода постоянно текла из крана. Можно намочить щетку, выключить кран, потом почистить зубы и включить кран, смыть зубную пасту, прополоскать рот. Также и совсем, когда сломался кран, что нужно вызвать службу, чтобы кран починили, потому что вода просто так утекает. Потрясающая книжка, и мне очень нравится, что вот они разыграли такую рулетку ответов. Я думаю, что детям очень важно читать эти книги. Книжка, которую так испугался Эрик, но книга, которую я ждала чуть ли не год, потому что ее всегда нет в наличии, ее очень быстро раскупают. «Тело человека» интерактивная книга, которая рассказывает о том, как же мы устроены. Да, выглядит жутковато, но тем не менее очень наглядно.
Вы открываете клапан за клапаном и смотрите, как же устроена наша черепная коробка, что внутри, как устроены глаза. То есть наглядно, когда дети спрашивают, а что, как мы слышим, а как мы видим, нюхаем там и так далее. Нюхаем! Эта книжка подробно все покажет. И за это ее огромная ценность. Грудная клетка. Вот у меня, например, до сих пор проблемы. Я не очень знаю, какие где мышцы, какие органы где точно находятся. А эта книжка, конечно, просто кладезь. Мама, она не кладезь, она... Страшная? Да. И вот. Брюшная полость. Моя боль. Потому что я, честно, вот особенно здесь у меня полный провал. И, наконец-то, я сама буду знать, что как, и объяснять детям, что где. Очень круто. Мне не надо ничего объяснять. И игра, которая скрашивала наши новогодние вечера. Ну, кстати, в нее можно играть не только Новый год, но и, в принципе, когда зима. Она создает такое волшебное настроение. У нее красивая, можно сказать, подарочная упаковка. Поэтому, может быть, это будет идея вам как подарок к Новому году. В общем, вот так выглядит поле. Вот такие фигуры. Задача в этой игре украсить елку. И у кого она будет наряднее, кто соберет больше фонариков, кто... соблюдет все условия, а тот и выигрывает. А, посмотрим, как это выглядит. Вот так. От 2 до 4 игроков, от 10 лет. Ну, кстати, Эрик вполне уже справляется с этой задачей, поэтому я бы на возраст внимания не обращала. Космонавтам надо много тренироваться. Потом, когда ты уже готов, одеваешь скафандр дома и идешь ночью лететь в космос. В ракету. В ракету. Ты, мам, как он называется? 3, 2, 1, поехали. 3, 2, 1, поехали! В космосе. Вот это я достал. Смотрите, что есть на Луне. Луноход. В ракете такая кроватка. В ракете едят не так, как мы, а из тарелочек, а вот в специальных таких пакетиках. Космолет летит ровно. Космонавт включает гравитацию, и космонавты начинают летать. Сборник из 8 книг про профессии. Они продаются вместе, они связаны такой ленточкой. Профессии самые основные в нашей общественной жизни. Из этих книг ребеночек узнает об особенностях каждой из профессий. Знаете, какие суперспособности есть у детей? Ее зовут Елена. У Лены суперспособность рассказывать истории. Марк. Какая у него суперспособность? Оптимизм. У Марка суперспособность оптимизм. А что такое оптимизм? Это когда во всем видишь хорошее. Молодец. Храбрость. Смелость. Молодец. Музыкальный талант. Угу. Чувство юмора. Внимание. У Карлоса внимание. В общем, о чем книжка в целом? О том, что у каждого ребенка есть какая-то уникальность, да? А у этой девочки есть, у нее любознательность. Угу. А у тебя какая суперспособность?
Ловкость. У тебя? Да. Угу. А еще? Ведь наверняка не одна. Да. А еще какая-то суперспособность есть. Какая? Боксировать. А еще веселить сестру, успокаивать ее, да? Это тоже суперспособность. Я ее за секунду успокоить. Это да. Могу. И классная книжка для тех, кто влюбился в комиксы. Берегитесь, великаны. А книга на самом деле рассказывает о том, как наши стереотипы, общественное мнение формируют наш страх, который, казалось бы, в нас не рождался, но люди вокруг, которые верят в то, чего на самом деле не существует, сами придумывают себе какие-то иллюзии, им это очень мешает, и они этим самым заражают других. И вот история о том, как все боялись великанов огромных, что они убьют всю деревню, а потом выяснилось, что великан вовсе и не великан, а вот такой вот просто большой малыш. И никакой опасности он людям не несет. Но все думали иначе, все шли с ним сражаться. Поэтому у страха глаза велики, а вы всегда, пожалуйста, думайте, чего вы боитесь и стоит ли этого бояться. Если вам понравились эти книги, то я оставляю ссылочку в описании к этому видео. Вы можете смело по ней переходить и заказывать то, что вам приглянулось. И у вас будет скидка, по-моему, 10%. Извините за мое звуковое сопровождение на кухне. Дети хотят маму. Любите быть родителями, читайте своим детям и играйте с ними. Пока-пока.